Нет IELTS или TOEFL, но ты хочешь совершенно бесплатно обучиться в Европе? У тебя множество вариантов, и сейчас мы расскажем тебе об этом. Если у тебя нет IELTS или TOEFL, ты сможешь бесплатно обучиться в следующих странах. В Чехии на чешском языке, в Греции на греческом языке, в Польше на польском языке, в Германии на немецком языке и в Турции на турецком языке. Но если ты не знаешь языка этих стран, ты можешь бесплатно пройти подготовительные языковые курсы. А если у тебя есть IELTS или TOEFL, то шансы, конечно, удваиваются, потому что литовские и эстонские вузы предоставляют грант уже для IELTS 5.5. А если у тебя IELTS 6.0, то ты можешь поступить совершенно бесплатно в следующие страны. Это Испания, Германия, Франция, Португалия, Латвия, Финляндия, Польша, Чехия и так далее. Если ты являешься выпускником 12 класса или являешься студентом первого курса университета, у тебя есть уникальная возможность поступить в вузы Германии, Австрии и Италии без фаундейшн на английском языке. Если ты получил бесплатное обучение и не знаешь, на что жить, есть различные виды финансовой поддержки со стороны вузов и организаций. Ты еще сомневаешься? Подробная информация в информационной ленте на официальном сайте bulashak.gov.kz, в Instagram, а также в Facebook. Наша команда всегда поддержит тебя!